Хай-хай, с вами Фарадей. Где ты был? Куда ты пропал? И все в таком духе вы услышите здесь, в этом видео. Так все же, где, черт возьми, был? Я вам не говорил, но на самом деле я заядлый фанат Undertale. Я знаю про эту игру все. Я знаю все концовки. Я знаю про Дельтарун и даже знаю почти все альтернативные вселенные, вину этих игр. И вот, весь этот месяц я создавал поистине потрясающий проект, а именно, создал свою историю, свою альтернативную вселенную, свою игру. Tales of the Minecraft. Также сокращен там Undercraft и Minetale, можно. Ну это типа все одно и то же почти что. Сразу же скажу, что бету вы сможете поиграть, перейдя по ссылке в описании в Game Jolt. А сейчас кратко расскажу про все детали этой игры. Поехали! Сразу же при входе в игру нам показывают историю Инка, с чего все начиналось. Инк, для тех, кто не знает, это типа хранитель альтернативных вселенных. Затем нам покажут саму историю вселенной, ну и главное меню, конечно, в котором мы сможем начать новую игру, продолжить, выйти и посмотреть историю еще раз. Настройки в бете пока что не работают. При вводе имени человека, в котором, кстати говоря, куча отсылок, мы попадаем в первую локацию — заброшенные шахты. В дальнейшем нас будет обучать местный Флауи, который зовут Хорис. Хорус по имени Хорис. Ну, логично же, Майнкрафт же. Копать, открывать, убивать, строить, разгадывать и все в таком духе уже есть в бете. В конце игры, а это находится у входа в Томториэль, нам покажет благодарственный экран и кинет нас в главное меню. Бета, в общем, длится 20 минут, что вполне неплохо, я считаю. Ведь первая локация полностью проработана, хоть и есть некоторые баки. Но, я вас знаю, и все хотите увидеть местного Санса. Итак, знакомьтесь, архитектор Санс или просто архитектор. Имеет гигантский алмазный кирку и косу, обладает удивительной ловкостью и фишками своего мира, ну и Майнкрафта. Также имеет огромный арсенал различных предметов. Сам же он не просто назван архитектором, ведь он без каких-либо усилий способен построить и разрушить что угодно. Вот я и ответил на ваш вопрос, где я был. Я просто хотел соединить две мои любимые игры в одну, и думаю, получилось круто. А с вами был я, Фури Феник Фарадей. Всем удачи и всем пока! Хей!